Так, выдерните, а затем воткните. Прикинь. Ты умеешь так я делать? Я могу высовывать, а потом всовывать. А втыкать, а потом вытыкать. Ну, выдергивать, а потом втыкать, да, тоже могут. Всем привет, друзья! А мы как-то собирались новое вступление делать. Ну то ты уже собирался, я не собирался. Я собирался, никак не могу собраться. Чё джойстик не работает, а? Чё джойстик уже? Ребята... Ну у нас как всегда какая-то срань. Открыть игровую панель. Да, это игра! Нет. У нас что-то, блин, этот... Технические проблемы. Ну как всегда, сейчас рюквелач будет. Research complete. Complete. По новой, поехали, шо? А вы пока detected. Посмотрите на... Да что такое, ну... О! Все нормально. И мы снова, мы давай. Снова в игре. Так, у нас какая-то это мы здесь... читали уже. Это мы не читали. Читали. Нет, это ничего, карта, это карта. Мусор забрали. Вы помните, вот здесь мы читали, по-моему. Нет, здесь не читали. Ух ты, бля. Нифига она себе. Залазит туда, не боится, что там какая-то это. Старая рукопись. Похоже, какой-то трактат о связи тела и разума. Вирус какой-то туда выскочит древний. О, новое на быстрое лечение. Круто. Так, перевязка ран теперь занимает меньше времени. Понял? Это класс. Вот, вот это мы по... О, гробница пройдена. А, так вот, что мы да, получили. Да, да, это круто. Не, кстати, вот при прохождении гробниц, то все-таки плюшки прикольные дают. О. Сохранила. Все, теперь спускаемся. Да. А теперь должна здесь быть точно... веревка. А мы ж ее перерезали. Нет. Здесь еще не перерезали. Это веревка. Вот это она хакает. Есть. Все. А куда теперь? Ну туда ж назад. Че ты назад? В смысле, что назад? Ну нам надо по главному квесту идти. Ребята, никогда не перерезайте просто так. Веревку. Вообще никогда ничего не делайте просто так. Даже не играйте просто так, да? Вообще да, ничего не делайте. Даже на диване не лежите просто так. Лежите не... с толком, смотрите в потолок. Ловите комаров. Да, что угодно, но не просто так. Самое главное, что сейчас уже похолодало, комаров не так много. Мало ли у кого как. Так сейчас дело в том, что всякие рейды, херейды есть. А ты помнишь, как раньше было? Какие берешь рейды? Пылесос, блин, ловишь пылесосом комаров, а потом, чтобы они не вылетели, носком трубу затыкаешь. Я не затыкал трубу, но ловил. Так они же вылетали потом. Нет. Это ж фишка была, ты с утра просыпаешься, короче, лежит пылесос, и этот хобот, короче, и носок там торчит. Не, я носком не собирал, носок не втыкал, они у меня не вылетали. У меня у деда, блин, на Литмаше, так, короче, тот не ловил этот, он ляпалка у него была, он все время убивал. Ну, и весь потолок был, как звездное небо, блядь, в этих комарах. Так, а куда? Вот туда, да? Что-то долго мы выходим. Ребят, напишите в комментариях, как вы боретесь с комарами. Не надо. Собственно говоря, это не... А знаешь как? Ну... Я отвечу за всех. Ты даже не знаешь, что ты будешь отвечать. Да и так понятно. Это пластинки от комаров. Это современный метод борьбы, да? Так, тут ничего мы не можем почитать. Тебе что, мало? А нам-то мало. Так, где-то дальше. Да, мы здесь были. Да дальше он, видишь.
То есть мы сюда залазили в щелочку эту. Для того, чтобы увеличить перевязку. Я серию потратил для того, чтобы... Я бы хотел этого уже застрелить, блин. Кого? А он наверху. Застрели. А можно, кстати? Конечно, можно. По-моему, пролетит насквозь. Это наш. Он даже не стреляет. Ладно, давай. Она не стреляет. Ой, блин. Блин, водопад, как красота. Я думаю, надо спрыгнуть вниз. Ты как? Гейзеры. Вот, кстати. Да. Ты говорил, куда цеплять. Куда ты? Вон цеплять. Может, вниз лучше, да. Ненавижу джойстик, ладно. Да уже нас чего только не было. Ой, бля. Ты слышал этот звук? Надо бегом быструю перевязку. Я слышал, ну просто так. Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Софья была неприветлива. Хорошо. Прием, прием. Туман, кстати, классно сделал. Графин. Графон. Грифон. Помоги нам с приготовлениями. А чё? Общее благо отличный способ завоевать доверие. Да нахер вы мне всрались, у меня свои цели вообще. Свои цели. Ты понял, к чему мы пришли? Мы спасли Якова сначала, он упал на хвост. Да ужас. Потом этот, думали от него толк будет, толку нету. Теперь блядь, помоги, блядь, значит его, блядь, дочке, чьи, кто она такая, блядь. Нахер они вообще нужны? Я не знаю, вот так вот и связывайся с людьми, да? Не, ну они же нам тоже помогают. Пока мисс еще вообще ни одной помощи я не видел от них. Лук разблокирован. Наконец-то какой-то новый лук, ребята. Ну, блин, у нас конечно, этот так... крутой. Да. Ну, всегда приятно, что новое. Бери стрелы. Стрелы. Не надо так джойстиком да щелкать. Щелкает что-то, я не пойму. Ты все время щелкаешь то джойстиком, то семечки. То хавальником. Мы сможем зацепиться здесь? Да что ты все время чудишь? Блин, я не могу за нее зацепиться, чувак. Хотя, по идее, вот, можно смотри. За вот эту вот верху, видишь? Нет. Он не цепляется. Это ползти сюда по ней. Ты в эту херню маешься. Зачем ты спрыгнул? Да там же туда идти надо все равно. Шо такое? Сюда нагрянет троица. Это горн. Блин, как в Far Cry прям. Горн. Ну ладно, еще там, если в Warcraft и в Far Cry это в тему, то здесь... И что ты делаешь просто так? Ёп. Твою мать. Крутяк, да? А что это такое? Не знаю, он плохо держится. Не знаешь и знать не хочешь, я смотрю. Да. Потому что мне надо на мостик. Тут везде веревки привязаны, так и хочется их перерезать. Есть. Не надо. Гробница? Скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Это оно нам когда надо? Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать, действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не истекут кровью. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры, предупредим остальных в долине. Сегодня наша Викинг. Победа – выживание. Рана. Соберите как можно больше потрохов. Да колбасит его. Тут какой-то надо тут-тут вставить. Встречаемся в верхней деревне. Все ясно? Вообще да? Ни хрена не ясно. Понял. Отлично. Идите. Да поможет вам пророк. Кто? Пророк. Приветствую. Давай, там он стрелы, блин, что ты следишь? Фу, блин, чувак, что-то вообще так неинтересно. Да, согласен. Честно, блин, вообще. Не знаю, вот даже, блядь, желания вот как такого особого играть. Вообще нету желания. Ну вот как-то, знаешь, типа посмотреть, что там дальше, а что там закончится. А тут понятно, что одно и то же. Вообще, вот как-то да. Так убого игра сделана в сюжетном плане, блин. Согласен. Просто вот неинтересно играть. С Вером там сравни, блин, да? Да и вообще просто, тогда же вон... Ладно, не буду раскрывать все карты. Да ну давай, уже начал, уже ж мне интересно. Не, ну вообще просто, когда вот даже в... Ой, ты... Вот в Battlefield даже в любую часть играешь, и то интереснее, блин, смотреть, что там.
Call of Duty тоже. Call of Duty. Да любая, даже да, это прямолинейная бродилка, вернее, стрелялка. Не, ну красиво. Вот красиво выглядит. Все. Да. Виды, блин, и потрясающие. Все. Ларка хороша. Давай возле костра сядь, посмотрим, что за лук. И переоденься, мне это не нравится. Я привела сюда троицу. Я виновата во всех страданиях, что они причиняют. Блять, бред! Боже, все повторяется. Да, очень. Ты еще скажи, что ты бабу-ягу сюда, блин, привела очень уже, блядь, 2000-летия, ну, 2 столетия взялись, назад. Будем проходить уже, конечно. Ну, то пройдем. Иначе точно сойдешь с ума. Да мы скоро сойдем с ума с тобой. Троица рано или поздно нашла бы путь в эти края. Оружие. Так у оружие. Меня будет шанс помочь остановить их. Или что просадочки пошли по ФПС, у меня такие серьезные. Его силу во благо, а флешка ж пишет еще. Так. Давай, какой это лук? Да лук какой-то же, да? Выбирай. Ради тех, кого уже нет. Белая вдова, кого это что это? Потеряла. Да. По-моему, был такой, блочный был, рекурсивный тоже есть. О. Несущие грезы? Шепот, наверное, вот этот. Ой, блядь, чушь. Это, подожди, это Far Cry. Вот это красивый. Так а белая где? Белая вдова. Ну, это дыхание смерти, вот. Самый это мощный. Это наш. Блочный. Тоже, ух, смотри, какой. О, прикольно. Подожди, а мы с каким? Мы с вот этим? Или с тем? Мы с этим были. А вот этот? Мы же с этим? Ага, подожди, я посмотрю. Они одинаковые. У этого больше урона, по-моему. Нет, оно показывало. А, ну давай тут возьми. Вот у этих кто-то скорострельность выше. Видишь? Вот да ходи, а новый лук? Белая вдова. Да вот это, по-моему, новый. Скорость натягивания выше. Несущие грезы вот тоже. Но по урону самые убойные это вот эти вот два. Бери, вот это. Вот это, да? Тоже такой крутой. Так, окей, взяли. Переодение. Ты думаешь? Да не нравится мне, ни попу не посмотри. Я тебе предлагал, ты не хотел. Я не хотел, сейчас захотел, это было в той серии. Ты знаешь, как не хочешь есть, потом хочешь. Вот это? Давай, оставляй, пусть сиськи будут. Так ты определись, тебе или и попа. И сиськи, и попа, там все как полагается. Все, потратил дядя Дима, ничего даже, блин, распределить нельзя. Ну, смотри, как ходил. Нормально, тут штаны, все как полагается. Нормально? Да. Вот. И тенниска хорошая, вот, да? Вообще отлично. Че, попа у нее больше стала, че, шо не пойму. Наши бойцы рассредоточились... Это ожидание просто. Если зажжешь огонь на сигнальной башне... Жажешь? ...то они поймут, что надвигается угроза. Жажишь? Сделаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать. А мы... Сообразим, что делать. Пш. Так, вот это ж не зря тут, правильно? Да, это не зря тут. Опа. Опа-на, ты там все попускал. Ну так и что, а мы туда вернемся потом. Че ты делаешь? А я не знаю, что на ней лезть. Подпрыгивать надо. Да туда надо будет перелезть, надо сначала пролезть. Так и че? О, бляха, муха. Ой, блин. Да, тут, конечно, Аладдин отдыхал. Аладдин пока месть развлекался с Жасмин, Лара работает. Че, тут ничего нету, что ли? Это я зря сюда лез. За одного ящичка какого-то. Ну, еще и перезарядить. Надрезанная железная монета, согнутая в форме крюка. Может быть, гвоздодер такой? Гвоздодер. О! Как бы мы, блядь, без гвоздодёра-то были? Я не знаю, без гвоздодёра бы мы не прошли эту игру. Так. Что у нас здесь интересное? Походу все, да? Прибыли. Да, уже и прибыли. Гвоздодёр, не дай бог, не будешь с ним пользоваться в игре. Так. Чё, туда аж далеко так идти надо? Куда? Да вон подсвечивается. Блядь, хрен знает где. Так кажется. О, опять какие-то эти натягивалки. Ага. Так, вот это с тобой пообщался, что-то наваливать тоже начал.
Думаешь, поэтому? Деталь пистолета. Пулемета. Там у нас уже этих пистолетов пулеметов. Ну и они нам как бы... Когда же дробаш дадут? Так, дай мне лук. И чё? Там нет ничего. Вон, как это нет. А этот, слышишь, блин, что-то не цепляется. Вот сюда же надо прицепить. Чё за херь? Или ты отсюда спускаться потом обратно? Обратно, наверное, да. Так самое главное, что он вообще не цепляется. О. А если бы ты получше целился? Не-не. Да, это оттуда. Тупо! Тупо, батенька. Вот вон, надо, блин, по вот этой херне прыгать, ты понял? Лезть, да? Ну нет, чтобы сделали нормально по-людски. Клац, и ты залез по этой, да? Подпрыгнула, зацепила, блин. Не, это было полезно. Всегда просто. Это было бы нормально. Понимаешь, это не та игра, где нормально, это просто. Дайте мне подрочиться. Так это ты пришла с Яковом? Нет. У меня к тебе просьба. Ну? Чем я могу помочь? Яков рассказывал, ты отличный исследователь. В долине есть еще старые потайные места, гробницы. Ты, наверное, видела охранные знаки, помещенные туда, чтобы отпугивать детей? Это отнюдь не суеверие. В этих местах опасно. Там хранятся остатки нашей былой славы. Не только безделушки, но и знания. Безделушки? Сейчас нам эти знания нужны как никогда. Лет 10 назад я бы и сама отправилась, но теперь мне нужны твои навыки. Теперь я старая. Чувак, я даже не знаю. Разведчики говорят, что ты уже побывала в одной из древних гробниц. Расскажешь, двух что ты уже там видела? Конечно. Эти знания принадлежат твоему народу. Ну, два из девяти. У меня есть немного старинных монет. Если ты ценишь золото, я отдам по одной за каждый найденный тобой секрет. О. Как только найдешь гробницу и раскроешь ее тайны, возвращайся ко мне. Ты понял? Обещаю, твои старания будут вознаграждены. И че? А ты говоришь, не взялся. Уже за две гробницы получили бабки. И что они нам дают, эти бабки? Пойдем же тратить. Куда? Не знаю, надо почитать. Ну что ж, крутяк. Последователи пророка бежали, но на них напали. В Сирии. Ну что она там вытерла, блядь? Что было такое, это только вымазалось. Это греческий крутяк уже четвертый уровень. Ой, блин, так. Так куда? Что, туда-туда надо, а я не знаю только как туда лезть, блин. Ух ты, блин. Вот так вот и надо. Давай с тобой поговорим, что ли. Мы знаем, что делать. Мы ждали этого. Мы знаем, что делать. Не лезь, женщина. Вот. Вот к этому столбу мы сможем подкрепиться. А куда подкрепляться? А туда... Там, а, блядь, ты видишь, блядь, сука? Падлы. Да как ничего. Сделали. Отсюда, блядь, нельзя наверх залезть, блядь. Ну это и так было ясно. Блядь. Вот. Да ёшкин кот, бля, не вижу что-то. Ну подсвети. Я думал, что вот это, но... Я оно... нет. Так а где, блин? А, вон она, внизу, с правой стороны. А где? Вон, внизу. Так нихрена да. Себе. Не, ну это вообще как-то тупо, по-моему. Ты как думаешь? Я думаю, это все тупо, кроме попы. Ты видел, что это? Ты видел, что это было вообще? Тупо, если бы ты сейчас рухнул, это было бы вообще шикарно. Ой, какой же тут капец творится. Какой же... О, пошла жара. Ай, блин, одно и то же, я в шоке, в каждой серии. Ну красиво, красиво. А, у нас теперь мощные эти, да? Музыка, ты слышишь музыку? Нет, я плохо слышу эту музыку. Ты подожди, вниз надо теперь? Да. Так, я аж нервничаю. Так, выдерните, а затем воткните. Ну, ты умеешь так я делать? Я могу высовывать, а потом всовывать. А втыкать, а потом вытыкать? Ну, выдергивать, а потом втыкать, там тоже могу. Тоже, да? Да. Ты уже научился. Резко пока, выдернул. Пока это... Резко выдернул. С виндой пока парился, уже научился. Да. Так, ну что, допрыгнем туда? Ну, двойным. Да, ну понятно, что не тройным. Я не знаю, понятно тебе или нет. Ну давай, такое, бежи!
Ух, все какое-то ветхое. Кирпички отпадают. Разработчики все сделали ветхое. Тряпочки какие-то. Блин, добрались себя. Сохраняйте меня нахер. Где добрались? Ой, блин. Бля. Говорю, добрались, а сохраняйте меня здесь. Ой-ой-ой. И что теперь? Лезь. Вот туда? Лезь по кругу. А, точно. Понимаешь? Дядя Дима, молодец. Ой, блядь. Ой, бляха. Цепляйся. Оп. Я нервно, в шоке. Нервно, да? Да напрягся, как, блин, в Mortal Kombat так не напрягался. Mortal Kombat? Вот мы за эти пришли сюда. Фляга с маслом, нифига себе. Ну с этим, с олейной. О! Да ты шо? Огненные стрелы, бля. Нужно масло. Давай. Я хочу вот этот открыть ящик. Не надо, уже открыли. Так что, вот это все? Так теперь поджигать. А, теперь еще наверх надо лезть. Ух ты, ёшкин. Надо досточку. Вот это уровень, да? Да, это серьезно. Она не боится высоты? Не знаю, я, например, я очень боюсь. Я бы уже обосрался. А, ей похеру. Блин, этот еще на башку падает. Кирпичи на голову. Там еще какая-то хрень. Не, ну это круто придумали. Мне нравится. Вот это Диме нравится такое. И че? Облазь. Облазь. Облазь это. Облазь это тело. Давай. Твои ж. Выбрать огненные стрелы. Так, как мне их выбрать? Где они, блядь? Что делать? О, сделал. А куда стрелять хоть? А, вон она. Блин, это как Far Cry. В тряпку. Что ты делаешь? Что она не загорелась? Так она не огненная у тебя. А как мне выбрать огненную? РБ. Подожди, так я ж поджег. Ты сделал их просто. Но не выбрал. Так как их убирать? Блин. А, вон еще как. Вон, ну сейчас выбрал будешь. Нет. Тю, блядь, да хер какая-то. Ну вот же ж, огненная ж выбранная. Сборка. 25 штук, это обычные, у огненных только 8, а стоит 25. Так, ну, так... РБ. Ну так оно переключает на автомат. А РБ ты делал? А он не горит, тю. Чё-то сделал, все написано. Блин, слушай, ну я в шоке. Как перерезать веревку. Как поджечь стрелы. А масло? А что там вы горело? Выстрелите особыми стрелами. Чтобы усилить основные, удерживайте РБ. А! Ебить твою мать, блядь, охереть. Ты, блядь. Так когда целись, надо РБ зажимать, ты понял? Спасибо, Лара. Наши люди предупреждены. Теперь у них будет время отступить. Это Far Cry. Приходи в верхнюю деревню. Я считаю, там пойдем. Хорошо. Это Skyrim вид, а поджигаешь как Far Cry вышки. Так, что-то мне кажется, она за нашей попой сейчас придут. Так, еще масло взяли. А маргарин. Все, давай. Теперь булки печи. Какие? Булки печи. Теперь вот туда надо спускаться, как мы говорили. Только потихоньку, не надо падать как-то. Че ты все время делаешь, хрень какую-то? Ну, чтоб люди тоже понервничали, когда будут смотреть. Да люди не нервничают, они. Ай, что делать, Дима? Давай дальше. Ты что-то тут с тобой пообщался, мозг вообще не работает. Да, конечно. Ой, блин. То наваливает, то босс не работает. Сейчас пойду домой спать. Ой, блин, сколько твоей жизни, надо поспать. Вот, кстати, чему мы это не почитали? Невозможно. Какой уровень? 7-й. Греческий 7-й, блин, ёб ты, блядь. Как ты думаешь... Давай пообщаемся, давай. Сколько там у тебя по тики-такам? Да я не знаю, еще может чуть побегать. Еще можно минут 10 побегать, да? Яков, тебе летят вертолеты. Ой, бляха.
срочно сюда! Беги скорее! Беги скорее, срочно! Слышишь, беги сюда! К тебе летят вертолеты, беги ко мне! Чтобы они тебя, блядь, пристрелили! Вот какой он заботливый Яков! Возьми этот чувак с тобой. Я взял. Вы все будете убиты. Ой, надо перерезать веревку. Да не, мы же сюда должны зайти. Ого. Я думал, там какие-то тайнички. Это ряска, я так не люблю ее, она по ней еще и плавает. Фу. А в смысле, что ты не любишь? Ну, она мне не нравится, она такая вообще некрасивая. Вот это ты выдал. Ты же на рыбалке, когда последний раз был, там полно ряски. Прекратите огонь, либо мы всех убьем. Сейчас скажешь, ты лягушек не любишь. Ну а что их любить? Слушай, я не знаю, тут какой-то Армагеддон творится, да, мы сваливаем. Да, да. Армагеддон, а ей надо главное волосы поправить. О! Говорит, иди ко мне, блин. Не надо, говорит, сними. Где святой источник? Слышишь, нихера себе, блин. Только это резко. Сейчас будешь его мочить. Вот что ФПС уж просел. Стойте, стойте. Есть карта. Атлас. Он укажет... Атлас седьмого класса. Точно. Ладно, говори, что там за атлас. Ага. Да что вы киваетесь, давайте, блин, быстро. Ох. Наконец-то Яков хоть что-то сделал. Кстати, у Якова дробовик, он должен нам сейчас его отдать. Ты, ну ты понимаешь, как я, блин, настолько игра предсказуема, блин. Вот это я понимаю, нихера себе. Вот это вынос мозга. Вот это крутяк. Надо у них забирать. Ты что, охерел, что ли? Давайте, мать твою, на тебе. Это ты меня хотел трахнуть, это я тебя трахну. Блин, кто стреляет? Ну ты козёл, блядь, на тебе, падла, ты сука. Гандон маленький. Пробей ему голову. Я вообще мастер по проламыванию черепа. Ну что ты сейчас сделал? Вот это я понимаю. Надо бегом перерезать веревку. Бери все, что можно брать. Уже а нельзя. Все уже нельзя ничего брать, уже перезаряд. Дробовик вообще, конечно. Да я же говорил, что нам надо дробовик просто. Здание враги. Вот это да. Вот еще это бомбовый движ. Дробовик, это же вообще ништяк. Ох, нихера себе! Вот это я сказал, блин, не хватает драйва. По ногам, блин. Ладно. Ты че, охренел, что ли? Лупи! А че ты, надо было с дробовика, ты тут в ближний бой вцепился. О! Ты видел, его аж откидывает. Как я быстро подлечился. О! О, голову. Голову. Да. О. Шикарно. Да сколько у вас да там? Сколько там, це троица или шо? Да уже пятерицу, наверное, положил. Вообще экшен пошел. А мы хотели, блин, заканчивать серию. Ой-ой-ой. Это Яков? Нет. Нет. А это тут в викинг бородатый. Ох ты, ёшкин, им в баллон надо стрелять. Да. Вот это я понимал. Так, что ты понимаешь, блин? Она моя. Ух ты, блядь. Вовремя вылез, конечно, однозначно. Да шо ж ты, нихера себе, чувак. Да я мочи уже его. Лечись. Вот ты попал. Блять, чуть-чуть. По-моему, две аптечки подряд использовал. Шо, живой еще? Ну он уже такой подбитый. Да нихера себе, вы что, гоните, что ли? Где он? А. Чувак, это, блин, капец какой-то. Надо это. Надо ему все-таки в баллон. Да ну да нахер. Да шо ж баллон, нихера себе с дробовика сколько попал. Не, надо. Что ж там у него, блин, за броня? Это даже так. Во-во-во-во, сейчас он повернулся. Блять. Не, в него стрелять бесполезно. Во-во-во-во! Да, блять, патроны! Ты стреляешь, он поворачивается. Он, блядь. Короче, да, но он тогда поворачивается, надо сейчас перезарядиться полностью. Ах ты падла! Если не удастся
Блин. Тяжко. Он уже, тяжко, он, блядь. Он начинает гандошить. Да ни хера себе. Еще и не видно ничего. Да, еще ни хера не видно. Да стреляй же ж ты. И перезаряжаться надо. Там вначале надо просто попасть, ты не попал. Он там четко поворачивается. Если с дробовика его, блядь. Так, навык железная шкура помогает снизить. А у нас есть железная шкура? Наверное, нет. Где он? Перезаряжай сейчас сразу, тебя не заряжен. Так куда ж перезаряжать уже полное? Блях, вот. Да где он, блин? Я не вижу его. Ух ты, блядь. Ты видишь его, блин, делать? В телеге стоит, что ли? Ты что, ты грюк? Как раз когда он крутится, у тебя это перезарядка, то еще какая-то хуйня. Да, тяжко. Да, блядь, сразу херачит, слышишь? Жесть. Слушай, уже так наматерился здесь, столько я не знаю. Ты сейчас проходишь и будем сильно заканчивать. Да, уже да. Блин, да, да твою же мать! Да. Может с автомата ему херачить, я не знаю. Да. Да ну капец какой-то. Ну в упор стреляю. Не, ну в него пофигу, в него не надо, не по, бесполезно, хоть в упор, хоть не в упор. Тут же и так понятно, что надо в баллон бронировать. Не. Да попал ему, кстати, в баллон только что. Если попал, взорвался. Нет, он начал дымиться. Он не взорвался. А, дымится, да. Блять, нахер. Надо что-то спрятаться, блин. Да, ну, ты ешь. Стоит везде. Блять, я нихера не вижу. Ох и сделали, дерьмо. Да дерьмо это не то слово, блядь, ничего не видно, блядь. Попробуй возьми автомат. Ты уже даже боюсь, я что-то вообще пробовать. Да ебить твою мать! Где он? Да. Не, ну с автомата херня. Та херня, тяжелее по баллону даже попасть. Так хоть разбросы дробовика больше. Сделали какую-то чушь. Да я, наверное, сейчас тебе дам, бля, чувак. Надо такой профессионал, как ты. Давай, да давай, блядь! Блядь, такая позиция четкая была. Да тут что-то непонятно с патронами, гон какой-то. Ты видел, блин. Да, один раз ты уже попал, да? Тут, походу, блин, два выстрела, и надо перезаряжаться. Ну да. Так че он, сука, не крутится? Ай, блядь, че он не крутится? Ай, жесть. Есть. Давай, 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 давай! Блядь, ну это бесит. Это как, блядь, это с этими, блин. Чувак, у него уже, он уже не так палит. Все, красава. Так хотел сказать, это как с Баба-Ягой, это пять раз надо, блин. Все, надо было одному хера только убить, чтобы они отошли. Да, чтобы отошли. О, зима. Как Буковель прям. Да. Круто. Это не Константин. Костянтин, а Константин. Кто погиб, кто бежал. Сейчас нервничать начнет. Ты ж тут... Ну настолько все предсказуемо, блин. Она это сейчас будет успокаивать его. Да не. Твоих успехов особо незаметно. Ну, успокаивай. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Да. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит? Ты знаешь, что это значит?
Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Да, сюжетка дерьмо. Она. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. И перережь веревку. Дерьмище, блин. Дерьмище вообще просто. Просто играю, потому что начали играть. Сам бы я в нее в жизни не играл. Ты че? Да нет, ты поиграл бы, но ты просто ее бросил. Ну бросил бы, да. Так много вынес. Ой, блядь, скучная. Он, ну, скучная, однообразная. Никаких особо одни и те же самые веревки. Там в Чип и Дейла даже интересно играть, да, 90-го года, и тут там, блядь, сюжетка поприкольнее. Должна быть причина. Да, 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 да. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее, ради тебя, ради Троицы. Прошу. Укажи мне путь. Значит, кровь. Сейчас мы за Константина будем играть. Нет. Вот если бы они хотя бы так сделали, хоть как-то для разнообразия, то было бы интереснее. Яков, ты как? Все в порядке. О, держись. Рагнар. Держись! Рагнар, да. Да если б не Ларка, вы вообще все подохли. Прости. Мне жаль, что так случилось. А ты при чем? Да она во всем виновата, она же говорила. Это наш путь. Наш долг. Обычно, ну, чувихи ни в чем не виноваты. Тут я другая. Понимаю, что значит через... Правильно. Правильно, с красивой попой и с большими Троица сиськами. Троица ведь не остановится. Небольшими, но... Вряд. Не, ну, те, которые мне подходят. А Атлас? Как раз тут у нее все хорошо в форме. Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Конечно. Ты сделаешь это ради нас. Угу. Или ради своей цели? Ради цели. Сейчас это одно и то же. Ну, у нее прорисовку сделали не для вообще лица, да? Вот на этих не заморачивались, видимо. Ну, конечно, уже ресурсов не хватало. Ой, дорогие друзья, я настолько уже устал... Я помню, это такое начало отступление делать, когда мы записывали Outlast, тут было такой же момент, когда мы настолько уже Да, мы настолько уже заеблись. Ты напрямую сказал, как есть. Я сдержался, но ты уже выдал. Жусь с того, но выдавали уже можно. Да, в общем и целом, друзья, будем проходить эту тягомотину, потому что начали, а что начали, то надо и закончить. Ну, в общем и целом, может, вам нравится. Если вам нравится, то смотрите. Если нет, все равно смотрите, потому что мы проходим, нам тоже не нравится. Но мы же проходим. Поэтому вам придется смотреть, даже если не нравится. Я, кстати, должен сказать, что ты изначально, когда начинал играть, еще цепляло хоть как-то. Но потом, вот где-то, наверное, на серии 5, да? Да, уже вот сейчас уже... серия 20, после, 21. После дневников меня, это какая 9-я серия, меня вообще бомбануло. А тогда. Уже 21-я, и мы вот это тянем, вот это все фигню. Ну, будем тянуть, а что делать? В общем, мы в целом все, хватит эпоса, пафоса. И всяких разговоров. Я, правда, надеялся, что после Бабы-Яги будет хоть какой-то глоток свежего воздуха. Походу, нет. Тут и сюжетка такая же, как Баба-Яга. Ну да, если DLC не смогло удивить, то что надо. Ладно, ребят. Всем спасибо за внимание. И до новых крутейших серий. До следующих летсплеев по Ларке. Yes.